Синий ТКТХ или белый ТКТХ? Говорят, что белый более химозный и за 25 минут морозит участок. Но, скажем, ТКТХ не сегодня, а Немесилу и подозрительной красной таблетки, которую мне дали и сказали вместе с Немесилом употребить сегодня. Друзья, меня зовут Дима Останин. Сегодня третий сеанс моего торса с Егором Куликовым. И ровно неделю назад сделали вверх торса. Он у меня почти что зажил, и я очень надеюсь, что сегодня мы не будем начинать от того, что в прошлый раз не закончили. Начнем снизу. К примеру, будем делать свинью или того персонажа, эскиз которого Егор потерял. Он потерял эскиз, и теперь у меня не хватает во всю композицию вот одного персонажа. Не знаю, что с этим делать. Он говорит, что потерял трансфер, но мне кажется, что и эскиз тоже утерян. Друзья, это шоу «Стыдно быть голым», где я забиваюсь с ног до головы, потому что мне стыдно ходить голым без татуировок. Но раз в неделю делать татуировки, как будто бы я вот к этому не был готов. Дима, там Егор злится, пошли грудак бить. Слав, подожди секундочку, мне надо зарядиться. И вообще, чтобы выдержать сегодняшний сеанс на животе, мне надо быть как викинг. А это я могу сделать только в игре «Викинги. Война кланов». You know? Ведь викинги – это широкий выбор воинов, наемники, всадники, налетчики, фурии, лучницы и многие другие. Это увлекательные сражения с реальными игроками со всего мира. Постоянные обновления, создание оружия и снаряжения для своей армии. Разнообразные квесты, за выполнение которых вы получите щедрые награды. Но викинги – это не только битвы. Это также развитая система рейтингов, разнообразные соревнования, стильная запоминающаяся графика и возможность выбрать снаряжение и стиль боя своей армии. И это все в одной игре. Ну а что мне нравится в этой игре, помимо того, что она реально отвлекает вас от дикой боли во время тату-сеанса, это реальная энергия и безостановочная битва. Строительство, развитие своего города и завоевание чужих территорий. И все это в окружении миллионов других игроков. Ну а графика, ну она бесподобна. Так что, друзья, прямо сейчас переходите в описание и скачивайте викингов именно по моим ссылкам. И тогда в качестве бонусов вы получите 200 голды и бесплатный щит. Друзья, каждый ваш переход по моей личной ссылке помогает мне развивать канал. И не забывайте досмотреть это видео до самого конца и ищите меня в игре под ником Дима, _ост. Вперед! Так, Дима, это все, конечно, круто и хорошо, но Егор уже бушует. Слава, вперед не на татуировку, а в викинги. Потому что перед сеансом это реально успокаивает. Да и вообще мне надо, типа, поднять рейтинг немного. То, что перед татуировкой надо ходить в туалет. А ты не сходил в туалет, не слил бак. Бак наполненный был, вес добавил. Я не очень правильно залез на кушетку и разъебал ее. Егор недоволен, потому что... А как он залез? Как Джон Сина влетел такой? Егор, как будто бы сегодня мы не должны забивать торс. Все предвещает к этому. Как будто бы я краски налил. Либо мне кто-то оплатит расходники тогда, либо... Можем стоя позабиваться? Можем стоя. Как барабанщик Цоя. Не, ну, кстати, на ударных я однажды стоя играл. По-моему, в старом цоколе был разъебанный стул, и мне реально пришлось просто стоя играть. Второй сеанс, второй попытки. Ой, вторая попытка второго сеанса. Нет, это вторая попытка третьего сеанса. Прикиньте, так сильно потолстел, что прямо кушетки ломаются подо мной. А прикинь, бомбер ляжет. Там типа пол же проломится. Мне кажется, если бомбер ложится, то надо две кушетки ставить. Мы, кстати, о бомбере сегодня. Мы вот делаем свинью, кстати, рогатую. Мы покрасили на данный момент часть летучего пса суриката, но без ноги. Мы ногу не покрасили. Я думал сегодня вернуться к нему красить,
Но вот типа он прям не до конца еще зажил. Вот тут вот чуть блестит это все дело. Если я сейчас начну вкрашивать сюда цвет, Дима будет очень сильно страдать. Никто не хочет, чтобы Дима страдал. Потому что если Дима будет страдать, я буду страдать. Буду гневаться, кричать. Вот. И мы просто сегодня сдвинемся ниже, будем красить нового персонажа. Ну пусть будет мистер Свин, Олег. Или мистер Артем. Может, мистер, как его зовут-то? Илья? Что за Илья? Ну, Илья. А, мистер Илья. Мистер Илья, да. Пусть будет свин Илюха. Рогатая свинья Илья. Так, Егор, твои ставки. Сколько я сегодня вытерплю? 4 часа. Смогу? Нет. Ну, 3,5, как в прошлый раз, я думаю. Ты меня будешь отпускать в туалет? Нет. Вот я из-за того, что упал на кушетке, я испугался и уже хочу писать. Блять. Знаешь, когда страшно, хочется писать. А тебе не страшно повторно будет на кушетку залезать? Страшно. Мне кажется, у тебя фобия теперь появилась. Ты теперь не сможешь нормально залезать на кушетку. Лежишь и лежи, все хорошо. Можно пеленку подстелить. Ну, кстати, не больно. В прошлый раз, когда мы начинали, я просто молчал. Типа, как на кране у меня петля такая прикольная. А да? Если сверху повесить ее, на самом деле? Ты типа как рок-звезда, только с маленькой хуйнюшкой такой. Пасть свиньи до такой степени волнительная была, что мурашки, пот, озноб прям в ноги фигачило. А мы будем фон красить, как в этом в ролике Brutal Black. Я буду орать и трястись. Я бы вообще связал, типа, ну, привязал бы руки там. И прям на сломанной кушетке бы хуярил еще ради забавы. Магнум в ногу и ногой, да? Это вот из этого ролика, да? Где мужик ногой красит лысину другого чувака. А я еще типа смотрю и такой, ну как так можно без бахил типа работает человек? Егор закончил с шейдингом, и сейчас Егор переходит к цвету. Нормально, что я себе в третьем лице, как да. Даун, блядь. Дима спросил, каким цветом будем делать. Я отвечаю, Дима, мы будем красным делать цветом. Нет, вначале ты ответил темным. Ну сейчас темным красным, потом светлым красным, потом красным еще посветлее. Но она больше бордовой будет, да. Розовый будем использовать? Розовый только на пятачке. Время прошло 1:20, Дима пока держится. И мы продолжаем. И Дима как будто бы должен еще держаться. Ну вот это, кстати, было неприятно, Егор. Я знаю. И это не значит, что я сдался. Просто было неприятно. Я знаю.
типа, надо сказать, что это я сломался вот там справа внизу, где костяшка, меня начало трясти, я просил остановиться, и ты все-таки остановился. Из-за этого мы этот элемент не доделали. Мы можем сказать правду, что я просто такой, блядь, Диман, я устал, не могу больше, у меня глаза болят. Ты такой, блядь, ты заебал уже второй раз вот так вот. Но мне твоя версия больше нравится. Как тебе место? Место отвратительное. Не хочу больше, чтобы до этого места кто-то дотрагивался. Но элемент не доделали, поэтому до него дотронуться. И пока я сходил наперекур, я понял, что с левой стороны будет леса. Да, аппендицит тут вырезают? Наверное. Надолго все это затянется. Сколько еще раз? Долго, много, не знаю. 6. 8? Да, 6 будет, 6. Я не... А, еще 6? Еще 6, да. Типа, ты сразу такой, я не вытерплю. Это ты думал вообще 6, да? А теперь, типа, еще 6 и все, ушел, блядь. Я тоже ушел, все.